Ленинское окружное отделение Всероссийского общества инвалидов – одно из наиболее активных в своем сегменте. Славится на всю страну, не говоря уже о лидирующих позициях в Московской области. Нынешний председатель организации Наталья Рящина с обществом уже 30 лет. Настоящий лидер общественного мнения, поэтому неудивительно, что она была одной из первых, кто включился в благотворительную работу в связи с пандемией. Вошла в состав волонтерского корпуса при Общественной палате, куда поступала гуманитарная помощь от губернатора и не только. Приходилось иногда и рано утром встречать машины, и поздно вечером. И я очень рада, что у нас в Ленинском городском округе такие активные, отзывчивые жители. Ну, естественно, кому помощь нужна больше всего? Это тем людям, которые с ограниченными возможностями. Мы с Натальей Алексеевной Рящиной, руководителем общества инвалидов, дружим уже давно. Мы непосредственно развозили продуктовые наборы, закупали, над некоторыми взялись шефство. Раз в неделю возили продукты, кто особо нуждается в этом. В период изоляции Наталья Рящина постаралась организовать работу волонтеров таким образом, чтобы обеспечить инвалидов всем необходимым – продуктами, лекарствами, средствами индивидуальной защиты. Помогали всем миром. Большой вклад внесла администрация Ленинского городского округа, общественная и торгово-промышленная палаты муниципалитета, местные и областные депутаты, ассоциация председателей многоквартирных домов, просто неравнодушные жители округа. Рядом с нами много добрых, неравнодушных, отзывчивых людей. И благодаря вот этой поддержке и помощи все мы живем хорошо. Надо радоваться каждому дню, чаще улыбаться. И ценить. И ценить, да, ценить то, что у тебя есть. Да, если сил нет на это, то есть люди вокруг, которые помогут. Всегда помогут, да. Даже не сомневаюсь. Когда в обществе инвалидов узнали о новой премии губернатора Московской области «Мы рядом», не задумываясь, решили принимать участие. Номинация – благотворительность. Очень рассчитывают на победу, ведь выигранные средства планируют потратить на воплощение заветной мечты инвалидов-подростков. Побывать в Петербурге, посетить Исаакиевский собор, Петергоф и даже просто побродить по улицам Петербурга. И вот эта мечта, которая натолкнула на мысль, что мы должны участвовать в этом конкурсе. И вот я хочу обратиться, я всегда обращаюсь, неравнодушные, которым не все равно. Проголосуйте за проект Натальи Алексеевны Рящиной. Давайте поддержим детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и воплотим их желание, их мечту в реальность. Проголосовать за проект Натальи Рящиной можно до 28 июля на сайте премии «Мы рядом». Важен каждый голос. Это дает нам возможность показать нашим детям мир. Показать, что не только стены дома, чтобы, видишь, начинаю плакать, потому что вот это очень трогательно. И я очень прошу всех поддержать нашу организацию, поддержать наших детей и наших инвалидов. Для общества инвалидов «Мы вместе» не просто название премии, а девиз по жизни. Сейчас, после завершения жестких ограничений в связи с пандемией, здесь продолжается активная помощь членам организации. Юлия Погосян, Александр Логинов, Евгений Садовский. Видное ТВ.